Привет! Сегодня новый и очень эпичный режим в GTA 5. Толкучка в овертайме. Суть режима следующая. Есть две команды. Они должны попасть в центр круга, размеченного цифрами. Где в единицу попасть очень легко, а в пятерку практически невозможно. Отдаленно напоминает дартс с машинами и керлинг. Получилось очень эпично и угарно. Не забывай поставить лайк для продолжения. Начинаем! Друзья, всем привет! И это Дартс в GTA 5. С вами Квантум, с вами Схемов, Михакер, Кратос и... И Джонни Флэк Джекей! Кто-то, думаю, еще там был! Всем здорово, да! Так, это что ты делаешь? Данил, это за... Опа, let's go! Let's go, ребята! А как прыгать? На Е нажимаешь, и машина прыгает. Ты, главное, в рамки таймера успей вложиться, чтоб не взорвался. Ребята, наша цель попасть в цифру наибольшую, чтобы выиграть. А вот там в том-то и прикол, что доска дартс очень кривая. Миша улетел с пятерки. Я на единицу свалился, блин. Отлично. Короче, что-то я вижу, очков у нас вообще нет. У них 2, 3, еще двое летят. Офигительно, да, жить здорово. Это плохая идея, чем ты сейчас занимаешься. А что делать? Я такой, жизнь такая. Я сейчас взорвусь. Миш, Данил, садись! Сажусь, не урчите! Я сейчас взорвусь, Данил! Да или что, Миша? Где очков нет, Миша, пофигу, может, где очков нет? Миша, вали! Давай на четверку, прыгай! Одно очко за мной! Есть, пятерка! Данил на четверке? Я на пятерке! А как ты там остановился прям? Ребята, мы должны выиграть, пока что мы всираем немножко. На три очка. Догоняем. Давай. Ладно, я чуть сразу, поэтому надо менять позицию. Джонни. Ребята, мы должны выиграть. У меня почему то боком дачка полетела. Я опять парашют слишком рано открыл. Блин, вот проблема. Посмотрите на Крашера, где он, сука, летает? На пятерку не цельтесь, вас Крашер один хрен собьет оттуда, даже не парьтесь. Я на четверке. Миша на четверке, Миша, молодец. Нет, меня настукнул, сучка, на вторую. Ай, двойку. Кто-то с пятерки вывалился. Хорош, Антон. Мы с Жони столкнули того чувака вдвоем, но я на единицу упал. Схема на тройке. Здорово, Антон, мы на четверке с Антоном. Антон, это Крашер, Антон, пока, Антон. Крашер. И он вывалился, лол. Дайте я ему втащу. Иди побей его, пойди. Еще хвала летит. В смысле? Давай, он сейчас свалится, смотри. Вон еще один. А, там еще один. Хакер на Крашер падает. Антон, капот закрой. Роток приоткрыл. Кого там? Ну мы тащим, мы все равно тащим. У нас очков больше. Наконец-таки. Он сейчас свалится, смотри, он стройки нету. 14-5, ребята, вот, наконец-таки. Вы молодцы, мы с ним, короче. Схемов тебя сбили с пятеры, да, тогда? Да. Но я на тройку приземлился все равно потом. Я на пятерку опять. Что, Антон? Сюда! Отвали! Я на пятерку, ребят. Я на четверку лечу, сейчас сбивать буду. Я тоже на пятерку. Все на пятерку, короче. Я на четверку. На, ушел, хорош! Ой-ой-ой! Схемов улетел. А с кем я здесь сижу? А кто рядом со мной? Сюда летит хакер. Это я. О, нам! Стой. Миша, тормоза. Нормально. Мы с Мишей на четверке, нормально. Держитесь. Держимся. Ой, там еще один летит парень. Не, нормально, это явно победа. А, Миша, что у тебя колеса крутятся? Сможет. Ой-ой. Нормально, я тут. Он подвинул тебя. Раунд победа. Есть. А где? А, ты... А, вижу. Я, короче, на пятеру, ребят, лечу. Я на пятеру лечу. Ну, лети на пятеру, не попадешь, я подстрахую тебя. Если что, я на четверку полечу. О, давай. Так. Миша, Антон вообще не командный какой-то. Пятера! Сука, не четвера. Нет, троера? Сейчас единица троера будет, Антон. Ты что-то скинул. Нет, Джонни! Нет, ой-ой. Я на тройке. Неплохо. Я на тройке, короче, ребят. У нас 4-4-3, неплохо. Схемов, давай на посадку, а вот он летит.
просто птиц, орел, летит. А, молодец, Схемов! Молодца! Стой! Крой! О, тройка! Найс! 15! 15 вообще как! Да мы в прошлый раз против пятерых воевали. Давай, баба! О, что? Антон, что с тобой? Разгон. Есть, конечно, идея всех в воздухе сбивать как-нибудь. Ну, понимаешь, это плохая идея, потому что они заново парашют откроют и все. Блядь, единица. Пятерка, молодец, Антон. О, Дубина погиб. По-моему, кого-то жопа. Он не попал. Он своего скинул. Красавчик просто. А его вообще улетел вниз, да, друг? Ну, он, по-моему, перевернут на двойке. Он еще и на единицу упал. Да? Да. Сбей хакера. Пятерка есть! Выиграли! Это еще не все? А, все. Я сейчас тоже на пятеро буду пробовать. Я просто так не отдам. Чтоб Данила только у нас такой скиллованный парень тут на пятерку. В смысле, я тоже на пятерку как бы летал, ты чё? А ты просто оставался на ней? Да, меня один раз в этом отряде. Я оставался. Аккуратно! Так, ребята, мы должны выиграть, мы должны одержать победу в этом матче, вы слышите меня? Да, мы не слышим. Я сам все сделаю. Вы там стойте. Давайте, ребят, мы полетаем вокруг по кругу, Кратос все сделает. Сейчас смотрим, как Кратос все будет делать. Окей, давай. Сейчас все будет, ребят. Кратос, он спереди, видите, внизу летит. Он это Кратос. Сейчас посмотрим, как он все сделает. А он на пятеру летит, да? Кратос! Почти. Всего 4 единицы разницы сейчас. Ну давай, сидите. Дубина, в строкотан пошел. Опа, кто там там пикирует прямо на четверу? Опа! Нет! Блин, рано раскрыл. Тупо мясо. Упал. Тупо еще мясо. Один упал. Блин, все попадали. Миша, Кратус, Хер, все здесь. Затащили тачеры, блин. А кто в воздухе со мной летит? Найс. Нормально. Да. 8. А что за слипстрима нету? От своих хочешь слипстрим? Ну, было бы круто. Во время полета, да, нормально слипстрим только подцепил. А ты захочешь? Блядь, да опять я сделал бигфлип. Он захотел, но не получилось. Джонни, куда ты улетел? Блин, ты сейчас никуда не попадешь, Джонни, вот и все. На тройку попаду. Не то жму! Стоять! Нет! Ой, блин, я засмотрелся и взорвался в воздухе. Я на пятерке, пацаны, ништяк все. Да Данил чудесный, на пятеру постоянно летит. Дубина, пошел в жопу! А, пошел отсюда, Дубина, просто хакер! Я ненавижу вас, ублюдосы! Держись! Держусь! Не переворачивайся, не трогай машину! Так она сама переворачивается, козлы! Блядь, козел! Чтоб ты обосрался, хакер, козел, ненавижу тебя! Данил, давай колесико. Мне крашера больше ненавижу, чем тебя, хакер. Лавры ненависти достаются крашеру. На меня кто-то летит! Кто-то, сука, на меня летит! А, мы проиграли. 6-9 раунд проиграли. Фигня, мы сейчас затащим. Ласт катка, мы должны затащить ее. Все такие целятся на пятерку и сваливаются. Я хоть за пятерку. Так, я стоял на пятерке, Миша. Главное, чтобы вообще набрать хоть какое-то количество очков, тогда мы выиграем матч. Это последняя катка. Кстати, это последняя катка, да. А нам возможно этот на пятеру вдвоем? Да, ну Данил надо очень... пробовал, не надо. Нет, ну Антон стоял прямо по центру, он стоял... Антон, да, и он стоял по другим углом от меня. Скидывай с четверки этого, с моего леса. Хакер упал. Хакер упал. Ребята, пятерку или четверку, куда приземляться? Ребят, куда приземляться? Без разницы, нет. На четверку. Все, этот упал! Крашер упал? Нет, он на тройке. Хрен ему, нормально, на четверку пришли. Летит, все, а вон квантум маленький. Щай, на пятерку тихо, приземлюсь. Тихо, там карта, не забывай. Границы карты. Нормально все. Давай. Главное, набери баллы, Данил. Любые баллы, мы выиграли, все, мы выиграли. Джонни, кто машину потушил, я не понял. Можешь даже разбиться. Я обоссал просто тебе. Главное, меня не скинь. Что ли, кто мыть будет? Нормально, четверка, пацан. Еее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 ee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 e
Да. Красавчики. Ро, равный счет. Проблема в том, что нам скрутили я тормоза. Я к ним на платформу, я к ним на платформу. Все, пойду. Погнали, давай, сейчас подзирать будем. Я полетел. Краша, найди сракотан. Я по их платформе сейчас проедусь, потому что они меня скинули. Это типа отместка такая, да? Отомстил им. Миша, ты там внизу?
Тут вправо-влево вообще нельзя никаких движений делать. Да. Нормально. Крашер, иди в жопу. Крашер мудила. Джонни, видишь Мишу? Да. Хочешь ультразвук? Надо. Там Антон, сука, я только попробуй. Миша, иди сюда. Аккуратненько. Ну там потому что зоны. Чуть-чуть можно облететь. Зигзагом. Зигзагом. Так, ребят, я немного еще покружу. Дубина. Я потом тормозить обожгу. Давай, дубина. Ладно, я на пятерку, окей. Кто-то там застрял. Погнал, давай, поехала машина. Давай, ну! Крашер чуть не сбил всё, меня, слышишь? Блин, я еду пешком теперь на колесах. Лево-право езжай, ты слишком быстро едешь, Данил! Данил, слишком быстро! Данил, он просто хотел крашера. Твоих скинул, дубил крашер. Я твоих скинул! Бля, кегли как будто. Держаться, чтобы у тебя сопротивление было. Вообще-то Ctrl надо зажать. Ctrl. Я пробил Shift и Ctrl и все. Тимиш, пока. Нет, какая, сучка. Раунд поражения, красавчики. Ладно, все мы затащим. Сколько времени? Ёпти медь, все, последний раунд, я монтировать иду. И рендерить, и выпускать видос. А CS GO. Следующий раунд, короче, ребята, это самое, как бы надо поднажать, да, вы понимаете, ну, надо выиграть. Надо подкачаться. Ну это тоже. Что-то мы не стартуем. А, вон, началось. Погнали! На их платформу сразу я поеду. Надо чутка подождать. Чё вы все такие одинаково развернулись? И чё вы все приперлись на их платформу? Я полетел, ребят, ну вас нафиг. А теперь предлагаю ехать, ибо... Схемов, теперь тебе на колеса перевернись и езжай. Все, извини, крашер. Так, меня зажали! Зажали! Сейчас тебя взорву там и все. Хорошо, пусть. Давай, еду! 5, 4, 3! Ты не успеешь. Успел! Крашер воздух избил! Красавчик. Видели, как я воздух? Что было? Сальтуху вывернул. Я Хекста сбил, пацаны, ништяк. Сейчас я помогу его тоже собью. Не-не-не, за карту. Сбивай его! За карту выкини его. Превьюшка нужна хорошая, Дань. Выкидывай его! Да, не могу. Нужна хорошая, давай. Это к Фишеру, Да, сейчас, скорость. Аккуратнее! И поехали. Дятел! Спасибо! Зигзагом. Ууу, хакер, хрен тебе! Даня! Да! Хорошо пролетел. Классный. А как вы тормозили-то здесь, а? Тормозов уже нет! Я на четвере. Тихо, Данил, аккуратно. Не, нормально, все так есть. Нет, Данил, живи! Крашер, сука, ай, нет! Крашер, не сука! Долбанный металлолом, а нет хелл! Только кто-то сверху меня 100% может скинуть. Ребята, толкните надеюсь меня немножко. А нет, не доедут до нас. А может и доедут. Да, блин, Схемов, останови его, Схемов. Он поедет. А как он ехал так еле-еле? Самая опасная авария в мире. Он едет там. Он на пятерку едет. Он дальше поедет. А я не смогу, мне не хватит скорости, чтобы столкнуть. Они втроем на пятерку залезли. Они пошли в жопу. Выкидываем их всех. Он едет в Данила или кто там? Давай, Схемов, выкидывай всех! Тупо всех выкидывай, давай, троих! Давай! Да ладно! Схемов, are you seriously? Там найдется место для меня, для маленького квантума. Как они влезли, что за порно? Охренели, черт! Троем на одну платформу! Ребята, последняя катка, мы должны выиграть. Тупо крашера. Все, держите крашера, чтобы не куда не поехать. Погнали! Я держу крашера. Оп! Данил! Бляха-муха! Тихо. Джонни, надо проехать! Поехали! Все, время. Вы успеваете или нет? Вы успеваете там или нет? Я не успеваю. Успеваем. Все, я в зоне. Успевайте. Миша, нет! Нет, я не успеваю! Миша не долетел, Миша не успел. Сучка, меня блокировали, блин. Джонни там полетел, кто-то хек сзади меня. Сейчас всех собью, Джонни, все будет. Там хекс меня целит, что делать? Короче, небольшой лайфхак, налево-направо езжайте, чтобы этот медленнее падать. Да, это понятно. Пошел в жопу! Не слишком быстро, потому что это... Мне кажется, остановиться можно, как я. Долбанный хекс. Ну иди сюда, фиолетовый, никогда не любил хакер, сука. По скорости едем. Аккуратненько спускаемся. Только не занесись. Это кто там под этим пролетел? Я Хекста скинул! Джонни! Оба, спасибо. Антон, ты что делаешь? Пацаны, я от Хекста избавился. Я Джонни немного разогнал. Я от Крашера сейчас избавлюсь. Я его немного разогнал.
затормозил наоборот. Поехали. Аккуратно, надо. Я через город сбросил, вообще красавелла я какой, офигеть. Главное на пятеру всем приехать. И смотрите, главное в пятеру никто не хочет первым ехать. Сейчас. Конечно не хочет, слышишь, ты захотел бы. Рашер уже не пойдет, а кто сзади, все, там, кто сзади остался. Вон, схема первая, давай схема, будешь первопроходцем. Схемов, там дубин от одного избавился. Крашер пишет help. А я Крашера, кстати, застрял. Я ему скорость скинул там, и он застрял. Мы заблокировали пятеру, просто заблокировали. Я сейчас одного и другого скину, у меня есть скорость. Давай. А вот сейчас, ну-ка, давайте. Вот, хорошо. Толкните, кто еще? Сейчас, еду. Толкните нас. Только потихоньку. Давай. С любовью, со всей материнской любовью, только не скинь нас. Одного сильнее, нормально, тихо. Вместе, жопка, вместе. Быстро! Да! Красава! Пятерка! Раунд победа! Это было очень красиво! Скидывай его, под ребро его пихай до справого борта. Да-да-да, я так и хочу. Миша, это небезопасно, ты не знаешь... Черт, нет! Джонни остался еще! Короче, мы выиграли! Мы выиграли! Пока что, подожди! Просто спрыгни, чтоб... Джонни, заедь на четверку, Джонни! Давай четверка! Джонни, нет! Джонни, лучше ты в четверку заехал! Ничья же, зачем? Сейчас жестко! Сейчас жестко будет! Каждый по одному будет сейчас прыгать! Надо было на четверку ехать! По одному прыгать! Данил, давай, на тебя вся надежда! Слушай, а почему Данил? По одному, это по одному ход! Нифига, аккуратно на пятеру, Данил! Нифига себе, почему я-то? Я сдох в прошлый раз и... А ну выступай перед аудиторией! Это как серия пенальти! Пулиты! Охренительно! Когда вся одна команда едет на тебя, ты такой должен выиграть! Ну да, лучше бы, конечно, Джонни это сейчас исполнял! Ну ладно! Ну конечно, карта его привык! Я просто боялся, если сейчас право скину, то я скину и левых, и вот так... А я сам последний! Я тебе орал, Джонни, на четверку езжай! Джонни, четыре! Давай на четверку, Данил! Нет, я на пятерку! Только не вниз, Данил, только не вниз! Давай нормально! Даня! Ты взрываешься в последнее время, давай не будем! Да что-то есть такое! После Данила схемов потом идет! Ты куда на твой? Нормально! Не-не-не, он же поедет! Все, опускайся, ты должен уже ехать и просто налево-направо. На двойку не заезжай! Ехай, Данил. Все, просто налево-направо делай, чтобы тормозить. Налево-направо так все, видишь? Нифига себе! Данил в жопу. Не надо только сильно, а то остановишься. Все нормально. Только не остановись. У него есть скорость. Пусть еще тормози, давай. Не бойся. Да тихо. 20 секунд, время! Гони! Нет, не надо, спокойно. Все, давай, тормози. Сука! Спокойно. 10 секунд, Данил! Боком заехать попробуй. 8 секунд! Еще, все, давай! Не успею, бля, поддуйте, пацаны! Давай! Секунда, Данил! Успел! Стой, бля! Ну почему? 20 секунд! Как? Бля! Это еще не все, сейчас их попытка. Надо было на четверку ехать! Хекс может просраться. Он даже на единицу может упасть, и он выиграл, блин. Серьезно? Да. У нас же 0 очков. А он не додумается, я надеюсь, что он додумается. Да тихо. Если это правда, вы мудилы. Я до него говорил на четверку, хуяй. Не, здесь да вы задолбали, если бы я хотел на четверку заехать, вы понимаете? Если бы Джонни сразу бы на четверку попал, все окей было бы. Он не догадался! Все. Он на четверку может догадается. Блин. Один ход разве. У него скорость слишком высокая. Он прет прям. Он прет на пятеру. Отлично. Он на пятеру прет. Проблемы. Главное, чтобы он не остановился на пятере. Ребята, он может остановиться. Он остановится. Он остановится. Да. Блин, да ладно! Давай, дальше. Я обиделся. Тапок ты, да ну какого хрена, если бы я таймер бы видел бы сразу, все окей было бы.